Итак, уважаемые коллеги, еще раз здравствуйте. Меня зовут Александра Ефремова. Я представляю сеть отелей J Resorts and Hotels, всю сеть, которая пока что географически у нас расположена в Арабских Эмиратах, на Мальдивских островах и на Сейшельских островах. Наверняка вы все хорошо знакомы с отелями JA и знаете их под таким предыдущим названием по Дубаю. Это отели Джебель Али, хорошо ранее известные. Некоторое время назад у нас произошел ребрендинг. Сеть называется теперь JA, то есть во всех ценовых предложениях у любого партнера вы нас найдете именно под таким названием. Сначала идут наши буковки JA, Джебель Али, а далее уже название отеля. Мы с вами начнем нашу презентацию с разговора о Дубае. У меня есть чем поделиться с вами по нашим дубайским отелям. В первую очередь я хотела бы вам рассказать новости и поделиться новой нашей концепцией по отелю JA, по комплексу JA The Resort, расположенного территориально в Эмирате Дубай, в районе Джебель Али. Для тех, кто, может быть, не знаком, что такое район Джебель Али, это примерно 20 минут на машине от центральной части Дубая, от района Дубай-Марина, это примерно 40 минут от аэропорта Дубай и примерно столько же от аэропорта Абу-Даби. Если ваши клиенты путешествуют в аэропорт Аль-Мактум, то от аэропорта Аль-Мактум до нашего комплекса JA The Resort трансфер составит всего 20 минут. Что же такое JA The Resort? Наверное, вот чтобы было вам понятно, да, в настоящий момент на территории большого комплекса у нас расположено три отеля. Два из них вам хорошо известны. Это отель JA Beach Hotel, ранее известный как Джебель Али Beach Hotel. Это отель JA Palm Tricord. Он также и сохранил свое название как JA Palm Tricord. И это наш новый отель JA Lakeview, который будет иметь такие вот виды на озера, которые вы сейчас можете увидеть на представленном перед вами слайде. То есть если мы с вами посмотрим сейчас вот на данный слайд, будет вот такое ощущение, как будто мы находимся с вами в корпусе отеля JA Lakeview и смотрим на виды, которые открываются непосредственно из окон. Я обязательно вас познакомлю с этим отелем. Но чтобы вы понимали, сейчас мы сначала давайте обратимся к карте. Наш комплекс JA The Resort расположен на первой береговой линии. У нас замечательный 800-метровый пляж, он достаточно большой и просторный. Кроме гостей нашего комплекса JA The Resort здесь никого нет, никакие другие гости к нам на данный пляж не попадают. Полумесяцем перед вами на слайде находится корпус отеля JA Beach Hotel. Это самое наше такое давнее здание, которое было уже очень давно построено. Оно у нас закрыто на реновацию. Сейчас, в настоящий момент, пока что отель находится на реновации. Он закрылся для реновации 6 мая 2019 года. Он откроется в сентябре 2019 года и будет готов принимать ваших гостей с абсолютно новым номерным фондом. Реновируются абсолютно все номера, реновируются коридоры, реновируется фасад, реновируются рестораны. Это будет совершенно новый продукт, хорошо известный, да, но тем не менее полностью отреставрированный. Для тех, кто из вас, может быть, сомневается, что у нас получится открыться, я могу сказать, что у компании в JA Resorts у нас своя собственная строительная компания, поэтому мы профессионалы в этом деле и уж для себя точно будем стараться. Какой именно отель закрыт? JA Beach Hotel, еще раз повторюсь, это, если вы смотрите на данный слайд, самая вот такой левая точка, где написана буква H, здание большое, полумесяцем расположенное, вот оно закрыто сейчас на реновацию.
Далее мы сейчас с вами смотрим все же на эту же карту и видим посерединке буковку H такую, да. Это как раз локация нашего отеля J Lakeview. Я сейчас вас с ним познакомлю. И с правой стороны точечка желтенькая, да, написана буква H. Это отель J Palm Record. В настоящий момент наш курорт принимает гостей исключительно в отеле J Palm Record. Это отель 5 звезд класса Deluxe. У нас работает сейчас на летний период 9 ресторанов и баров и, собственно, вся инфраструктура. Те гости, которые к нам приезжают, если вы посмотрите на карту, на отель J Palm Record, они совершенно не видят, не слышат никакой реновации, у них все хорошо, они наслаждаются пляжами, бассейнами и всей инфраструктурой нашего комплекса. Территория Jay The Resort очень большая, это 53 гектара собственной земли. Еще раз повторюсь, мы расположены на своем собственном великолепном песчаном пляже. Пляж огромный, ежедневно, по утрам даже, наверное, правильнее сказать, его очень аккуратненько так причесывает специальная техника, его убирают, готовятся к приходу туристов, чтобы они были все у нас в комфорте, да, с самого утра расставляются лежаки, и, собственно, все комфортно приходят и наслаждаются пляжем и морем. Сейчас я плавно перешла на следующий слайд. Это как раз тот продукт, с которым я хочу вас познакомить. Это наш новый отель, вот тот самый, на который мы с вами смотрели с другого слайда. Это отель J Lakeview. Он откроется в сентябре 2019 года. Также на территории комплекса J The Resort. 348 номеров. Будут стандартные комнаты, будут сьюты. Стандартные комнаты будут примерно около 40 квадратных метров по площади, да, ну там, если точно с балконом, это 39, но я так немножко округлила, да, чтобы вам покраше рассказать. На территории будут два собственных бассейна, то есть нет необходимости выходить к пляжу на ту территорию, которая у нас основана для J Beach Hotel и J Palm Record. Свои собственные два бассейна с контролируемой температурой воды, 5 собственных ресторанов, будет свой собственный спа-центр. Отель действительно очень современный, он строится с нуля, это не что-то переделанное, это с нуля. Я с вами честно поделюсь, я была в апреле на стройке, был очень интересный опыт похода на стройку нового отеля. Я ранее до этого никогда такого не видела. То есть, ну, разумеется, я видела, как строятся дома, но именно отель – это, конечно, отдельный какой-то опыт. Видела уже некоторые этажи, которые полностью построены, с абсолютно готовым ремонтом. Комнаты планируются, и вот они такие и есть. Это некоторые сьюты, которые вы сейчас видите перед собой на слайде. Они очень светлые, они очень просторные. Они построены в очень современном таком дизайне. Открываются действительно красивые террасы, великолепные виды. Видна практически вся территория нашего курорта из окон. Это, конечно же, наши озера, которые я вам уже показывала, и великолепный пляж. Немножко этот корпус, он будет находиться подальше от моря, примерно это будет 650 метров. Будут ходить машинки. До пляжа будут и баги, и также наш курорт купил, пока что мы первые в Дубае, кто такое купил, это беспилотные машины-роботы, в которые будут заходить люди и будут просто нажимать на кнопочки, так же, как, например, в лифте, да, и вот эта машинка, умная такая смарт-кар, она будет довозить до пляжа, до ресторана, куда вот им понадобится. Эти машинки очень удобные для тех, кто передвигается с детьми, к примеру, да, необходимо довести и коляску, и там, собственно, все сумки, которые подготовили на пляж, все это будет очень вместительно и никаких проблем не составит. Комнаты у нас будут, конечно же, не только сьюты, но и замечательные стандартные комнаты, как я уже сказала. Касательно продаж, у нас ведутся продажи, но, насколько я знаю, пока, естественно, в летний период у нас отель закрыт, и вся продажа у нас идет на сентябрь. Цены у всех наших партнеров уже представлены.
И мне хочется рассказать вам также об общей концепции, что такое Jay the Resort, чтобы вы понимали, каким образом можно данный продукт предложить для ваших гостей. В целом у нас очень-очень красивая территория, очень зеленая. Действительно, всем из вас известны наши замечательные павлины, которые украшают эту территорию уже много лет. Пока у нас идет такой период реновации, немножко строительства, некоторые птички переехали в наш отель Jay Hatta Fort, но тем не менее их все равно можно встретить, может быть, не в таком большом количестве, но они гуляют по территории, немножко прячутся от жары на гольф-полях, там у нас деревья есть, где им приятно полежать в зной, но тем не менее они выходят, они показываются всегда нашим гостям возле ресторана и, в общем-то, всегда хотят поделиться какими-то новостями в том числе. Всегда есть такой вопрос среди слушающих вебинары мои или семинары, мешают ли павлины гостям, например, по утрам, да, если они там громко кричат и так далее. Я вам скажу честно, конечно же, наверное, все-таки это проживающие, в том числе на нашей территории, да, но самый главный мой совет, пожалуйста, не прикармливайте их ни на террасы, ни на балконы. Тогда и вы, и ваши гости будете совершенно спокойно отдыхать, и никто не будет вас беспокоить по утрам. Но если вы однажды все-таки покормили, неважно чем, печенькой там, или, может быть, у вас что-то было тоже вкусненькое припасено, вы можете смело уже все готовить, чемоданы для отдельного павлина, потому что он будет весь ваш и захочет, конечно же, в дальнейшем с вами остаться и поехать дальше. Они очень и очень привязываются и, конечно же, знают, кто их кормит и к кому им приходить. Поэтому просто их не прикармливаем, наблюдаем, какие они красивые, фотографируемся, выкладываем все в социальные сети и радуемся замечательным фотографиям. На территории курорта у нас сейчас, в настоящий момент, работает 4 бассейна, все с контролируемой температурой воды, вот в низкий сезон. Но, как я уже ранее сказала, у отеля Jay Lakeview также откроются еще 2 дополнительных бассейна, и всего их будет у нас 6. 6 бассейнов, все с контролируемой температурой воды. Возле бассейнов у нас очень красивая инфраструктура, есть бары, есть рестораны. Все это находится в основном вдоль пляжа, вдоль первой береговой линии, то есть выход на пляж, он прямо непосредственно самый ближайший. Что касается ресторанов, с сентября 2019 года у нас будет открыто 25 ресторанов и баров. Мы также по-прежнему сохраняем нашу концепцию. Это питание, завтраки, полупансион и питание «все включено». В настоящий момент в связи с реновацией у нас работает только 9 ресторанов и баров, но этого тоже достаточно. Это всего лишь один отель Jay Palm Record, который может всех накормить, всех может напоить. И в летний период, в общем-то, еще пока достаточно комфортная погода сохраняется, поэтому в июне еще можно путешествовать смело, вы еще избежите жары. И если те из вас, кто будет отправлять гостей в летний период, пожалуйста, помните, у нас огромное количество ресторанов и баров. Наше питание all-inclusive – это dine-around, то есть можно питаться в любом выбранном ресторане и баре в указанные часы работы. Напитки предоставляются согласно лицензии. Лицензия у нас есть. То есть они предоставляются в часы работы ресторанов. Любые напитки, конечно же, безалкогольные, конечно же, алкогольные. То есть абсолютно все, что можно найти в наших ресторанах и барах, все это для гостей доступно, очень хорошего качества. По вторникам мы проводим коктейль с генеральным менеджером нашего курорта. Мы приглашаем всех гостей на вечеринки. Здесь у нас всегда живая музыка, бесплатные коктейли и, конечно же, обмен эмоциями, впечатлениями. Мы всегда рады любой критике и готовы воспринимать ваши пожелания. Все, что вы хотите сделать лучше для курорта, все это непосредственно генеральный менеджер наш принимает. И, соответственно, вот сейчас у нас идет и реновация, и какие-то большие изменения по курорту. Мы прислушиваемся и очень любим и наших агентов, и, конечно же, наших клиентов.
У нас очень фотогеничная территория на территории GAZ Resort. Есть свой собственный такой яхт-клуб, бухта такая красивая, марина. Действительно, здесь получается и дневное, и вечернее время очень красивые фотографии. Ну и помимо фотографий, это еще и очень такое функциональное место. Здесь можно, конечно же, зафрахтовать судно, покататься. Здесь можно отправиться на какую-то экскурсию из этого замечательного места. Также у нас здесь проходит, здесь находится станция Sea Wings и гидросамолеты, которые взлетают на экскурсии по Дубаю непосредственно из нашего отеля, из отеля Джебель Али. Поэтому также ваши гости могут присоединиться, прийти сюда и, в общем-то, получить какие-то интересные экскурсии, интересный опыт. Это проводится все компанией Sea Wings, да, но вот эта станция, она находится у нас. Для наших клиентов очень удобно, они не тратят время на трансферы, они просто отправляются, просто приходят на причал, да, садятся в гидросамолет и летают над Дубаем на протяжении указанного времени экскурсии, смотрят, что же такое Дубай с высоты птичьего полета. Это, как правило, очень интересные экскурсии. Мы смотрим все объекты, конечно же, Пальмовые острова. Так, переходим с вами на следующий слайд. Вот еще раз наш сотрудник на фоне гидросамолета. Да, очень красиво. Что еще у нас есть? У нас есть свой собственный Beach Club, он называется «Четыре элемента». Здесь у нас проходит такая ночная жизнь курорта. Для тех, кому интересно, это какие-то тематические вечеринки, это white party, мы проводили здесь кабаре Moulin Rouge, сюда приезжают диджеи, здесь у нас проводится такая именно вечерняя жизнь, вход только для взрослых, то есть 18+, да, не 21+, а 18+, поэтому сюда, конечно, тоже можно попасть, но только вот только для взрослых. Такая зона была у нас открыта, потому что комплекс очень-очень семейный, много приезжает отдыхающих с детьми. А наши взрослые гости очень хотели такое вот отдельное место только для себя. Это платная зона, да, она оплачивается на ресепшн, либо при входе, только для взрослых. Там очень такая минимальная доплата, около $20, но на месте там уже вы ориентируете, что происходит в зависимости от программы. Это было сделано специально, чтобы также разграничить аудиторию. Да? Здесь внутри находится также свой собственный бассейн. Здесь можно покупаться, но опять же это все, еще раз повторюсь, зона отдельная, да, но на территории комплекса находится. Так как мы находимся в районе Джебель Али, не совсем близко от нас находится инфраструктура Дубай, поэтому можно все получить, все необходимые развлечения на территории именно комплекса. У нас есть своя собственная конюшня. Здесь представлены у нас замечательные различные породы лошадей. Для тех, кто разбирается, для тех, кто хочет просто прийти на них посмотреть, можно прийти. Конюшня у нас находится недалеко от отеля J Pound Record, прямо непосредственно за корпусами. Очень она большая, очень ухоженная. Можно покататься, взять уроки верховой езды, это тоже платно. Можно просто погулять, посмотреть на лошадок, можно покормить их морковкой или яблочком под присмотром наших конюхов. Для деток у нас есть пони, сейчас в настоящий момент их 5. Также можно покататься, взять уроки для тех, кому интересно. Что касается различных активностей, у нас более 50 видов различных спортивных активностей. Абсолютно есть чем заняться на любой вкус и цвет, для тех, кто любит поэкстремальнее, для тех, кто любит поспокойнее. У нас есть и флайборд, и различные, абсолютно различные спортивные развлечения. Еще раз повторюсь, их более 50. Наша профессиональная команда WaterCult, они с радостью все расскажут, можно сказать, весь перечень услуг, да, распишут, и можно будет уже выбрать, чем заняться. Есть у нас и мини-гольф, есть и у нас замечательные игры, пляжные любые, да, есть гольф-поля. У нас два поля по 9 лунок. Здесь проходит
профессиональная игра на 18 лунок международного формата для тех гостей, которые занимаются профессиональным гольфом. Наш комплекс Jayza Resort – это, пожалуй, один из лучших вариантов для проведения гольф-турниров и различных таких профессиональных мероприятий. У нас есть свой собственный спортивный центр. Он находится в 3 километрах от нашей главной территории. В нашем спортивном центре есть футбольные поля, есть поле для регби, есть пейнтбол, есть скалодром, есть замечательный стрелковый клуб и есть своя собственная теннисная академия. Также на территории вот как раз нашего спортивного центра здесь есть отдельный ресторан, так что если ваши гости вдруг уходят заниматься какими-то активностями, то покушать они и там тоже смогут найти. Шаттл отправляется туда по заказу гостей, это бесплатно, их туда довозят, и далее уже с ними занимаются инструктора, если они хотят, опять же, получить какие-то уроки от наших профессиональных инструкторов, все это можно также организовать. Для тех, кто едет просто наслаждаться пляжем, про пляж я вам уже рассказала, он у нас прекрасный, 800 метров. Также есть возможность немножечко порелаксировать в нашем спа-центре. Спа-центр также у нас выйдет из реновации к сентябрю. Это будет еще более такой совершенственный спа-центр, сауна, хамам и прочее. То есть вход у нас и так сюда бесплатный, да, только за именно сами процедуры мы с вами оплачиваем. Но, тем не менее, он также у нас выйдет из реновации и будет еще более прекрасный для всех тех гостей, которые любят просто наслаждаться и релаксировать, да. У нас концепция по деткам такая. Есть детские ясли, есть детский клуб, есть клуб для подростков. По-прежнему мы все это сохраняем, даже когда выходим из реновации. Детские ясли – это от 4 месяцев и до 4 лет. Если вы у меня спросите, платные или ясли, я вам скажу так. Вход с родителями туда бесплатный, можно заниматься какими-то активностями для тех, кто уже что-то, да, разбирается, понимает деток. Если же необходимо детей там оставить, то именно ясельная группа у нас оплачивается, это оплата почасовая за услуги няни. Няни у нас очень профессиональные, это не просто персонал отеля ни в коем случае, это профессиональные няни, которые проходят специальную подготовку. Поэтому, вот, в общем-то, оставлять деток у нас в яслях очень и очень безопасно для наших родителей. Ясли работают у нас долго, то есть максимально они могут быть открыты до часу ночи. Но, как правило, совершенно, конечно, никто из родителей не задерживается до такого времени. Все переживают за своих деток и приезжают гораздо раньше. Есть также у нас детский клуб. Он работает для деток от 4 лет и до 12, он работает бесплатно, сюда можно прийти, здесь различные помещения, рисовать, красить, лепить, переодеваться в различные костюмы и так далее. И есть также у нас клуб для подростков. Для подростков у нас такая комната, где огромное количество каких-то вот, правильнее сказать, планшетов, иксбоксов там и так далее. То есть это уже немножечко другая такая история. Также после реновации у нас для всех детей открывается интересная площадка на пляже, она называется Splash Pad. Это такая зона, где будут фонтанчики такие, да, в специальном месте находиться, то есть через них можно будет бегать, там можно будет плескаться, все это будет находиться на пляже и будет деткам чем заняться, где поиграть, не только в кондиционированных помещениях, но и снаружи. И если мы уже заговорили о зоне снаружи, да, то там у нас тоже находится на улице качели, есть горки, это детская площадка, она достаточно большая, здесь можно играть, она накрыта тентом, то есть достаточно безопасно для всех деток находиться именно на улице. Ведь когда мы выезжаем с ними на море, мы обязательно хотим, чтобы они дышали свежим воздухом и играли не где-то в закрытых помещениях детских клубов, а именно на улице, максимально наслаждались и отдыхали. Все это у нас также на территории курорта есть, и оно сохранится после реновации. Замечательный наш отель
точнее, целый большой комплекс, да, с огромной территорией, который приглашает не только, конечно же, семьи, но также пары для проведения любых мероприятий, не только спортивных, но и самых романтичных. Это могут быть и повторения клятвы, проведение любых свадебных церемоний. Все это у нас также на территории возможно сделать. Для тех, кто едет по работе, если необходимы конференц-залы, то у нас они также, конечно же, присутствуют, залы-трансформеры. Можно из одной комнаты сделать две, можно сделать больше. То есть все зависит, конечно же, от состава конференции, которая к нам приезжает. Вот то самое главное здание JB Chatel, которое сейчас находится на реновации. Поэтому я вам про него не рассказываю. Буквально несколько слов про отель JA Palm Trecord, который сейчас работает у нас в полную силу. JA Palm Trecord – это отель 5 звезд класса Deluxe. Здесь мы предлагаем размещение с детьми до 16 лет на бесплатной основе, то есть у нас дети отдыхают до 16 лет, да, еще раз повторюсь. Пляж у нас замечательный, 800-метровый, территория очень красивая, очень зеленая, есть и фонтаны, и водопады, и резные скамеечки, и, конечно же, замечательный номерной фонд, который некоторое время назад у нас также был полностью реновирован. Комнаты различные, самая маленькая комната – это 54 квадратных метра. Пожалуйста, хочу обратить ваше внимание на то, что на нашем сайте jaresortshotels.com есть вся информация о номерах, в том числе наш сайт переведен на русский язык, его можно выбрать, да, просто вы выбираете русский язык и смотрите уже полностью описание отеля. Пожалуйста, самое главное, не обманывайтесь, когда у вас комната называется, к примеру, Garden Terrace, это не означает, что комната будет иметь именно террас и фронтальный выход к морю. Пожалуйста, читайте, там в описаниях везде указано, что это или второй, или третий этаж также возможен, да, что такое терраса у нас на территории. Это не только сама терраса, но это также имеется в виду и большой балкон, который может находиться на втором либо на третьем этаже. Балконы у нас действительно большие, там у нас помещаются и два лежака, и стол, и зонтик, и такая небольшая подставочка под ноги. То есть это действительно полноценная терраса, но это не первый этаж, это такая вот большая-большая зона балкона, да, которая, тем не менее, также для наших гостей доступно под названием терраса, тем не менее, да, в описаниях номеров. Пожалуйста, тоже не путайтесь, читайте очень внимательно. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы, вы обязательно мне их задавайте. Я всегда рада оставаться на связи, я свои контакты оставлю вам после нашей презентации. В отеле JA Palm Trecord есть стандартные категории, есть резиденции, есть отдельный корпус, он так и называется, корпус The Residence, там есть не апартаменты, а большие комнаты с одной спальней, с двумя спальнями, то есть все зависит, конечно же, от потребностей ваших гостей, от их бюджета, от их состава семьи. Замечательные наши резиденции – это такой корпус, который имеет ряд отдельных привилегий. Только сейчас у нас для резиденции привилегии есть и для некоторых категорий, которые начинаются выше от One Bedroom Family Suite. То есть раньше у нас привилегии были для всех категорий номеров, теперь это очень ограниченное количество номеров. Тоже, если вам понадобится данная информация, она есть у нас на сайте, она также переведена на русский язык, называется она Benefits. Если вы переведете, то, соответственно, по-русски у вас так и будет это выскакивать, как привилегии. Если же понадобится более подробная информация, эту информацию я уже смогу вам предоставить по электронной почте, которую я оставлю вам, соответственно, после нашего вебинара. Итак, следующий наш отель JA Oasis Beach Tower. Он находится у нас уже непосредственно в городе Дубай, это район Дубай-Марин. Отель расположен всего в 25 минутах езды от аэропорта. Его уникальная особенность заключается в том, что это такая башня, на территории которой мы предлагаем размещение именно в апартаментах. Апартаменты у нас различные, есть с двумя, с тремя, с четырьмя спальнями.
Замечательными видами. Виды у нас, конечно же, на Палм Джумейру. Если вы посмотрите на данный слайд, вы увидите, что из окна открываются потрясающие виды, то есть до пляжа буквально 20 метров из нашей башни. Пляж здесь у нас общественный, это GBR, Jumeirah Beach Residence. Здесь все пляжи, как вы знаете, такие достаточно доступные для любого туриста, для любого гостя, не только проживающих в отеле, но и мимо проходящих. Для наших гостей выдаются в номерах специальные пляжные есть наборы, это циновки, полотенца, это вода, это пляжная сумка. Можно выходить и пользоваться пляжем таким образом бесплатно. Если необходимо арендовать лежак, там, зонтик и так далее, это оплачивается уже непосредственно пляжу. Стоят специальные кассы на пляже, можно туда подойти, там можно сдать платно вещи в камеры хранения, там можно получить тоже и полотенце, и там прочее-прочее. Все вы это оплачиваете, вам выдается уже дейпас, как вы будете пользоваться пляжем. Со стороны отеля это, еще раз повторюсь, бесплатные циновки, они достаточно большие, выдаются большие пляжные полотенца. У нас очень многие гости просто именно так и выходят и, в общем-то, загорают, отдыхают и наслаждаются замечательным пляжем. Пляж GBR – это потрясающий, очень широкий пляж с замечательным чистым песком. Тоже пляж этот ежедневно убирается. Место хорошее. Именно главная особенность наших апартаментов, она заключается в том, что они очень большие. Самый маленький апартамент, two bedroom, у нас это 190 квадратных метров. В каждом таком апартаменте two bedroom, да, у нас, если мы про него говорим, это две спальни. Соответственно, three bedroom, четыре bedroom, это три или четыре спальни. В каждой спальне у нас своя собственная есть ванная комната, то есть какое бы количество у вас людей не поехало, вот для проживающих в отдельной спальне людей, у них свой санузел с ванной, с душевой кабиной. Далее есть большая общая гостиная между этими спальнями. 190 квадратных метров, не 90, 190 квадратных метров – это самый маленький апартамент. И, конечно же, есть еще общая кухня. Кухня всем абсолютно оборудована, есть вся посуда, всем можно пользоваться, да, то есть чайники, там, наборы для чая, для кофе и так далее. Все это также у нас на нашей кухне замечательно есть. Огромная зона гостиной, есть гладильные доски, стиральные машины, утюги и так далее. То есть абсолютно все-все-все здесь у нас находится. Для тех гостей, которые в апартаментах не хотят, да, что-то готовить, мы никого не заставляем. У нас есть 4 ресторана на территории башни, замечательные рестораны. Мы предлагаем питание, также завтраки, предлагаем полупансион. Можно вкусно покушать. Вообще отель Джей очень славится своей кухней, и нас очень, наши клиенты всегда хвалят. У нас действительно огромный выбор на шведских столах. Всегда есть что найти и для взрослых, и для детей. Вообще очень комфортный отель, хочу сказать, по локации. Очень-очень-очень удобный. То есть вы буквально всего в 20 минутах от аэропорта, но тем не менее потрясающей красоты пляж. Огромные такие, можно сказать, квартиры, да, на берегу моря, всего в 20 минутах от пляжа. Огромные возможности по отдыху. Единственное, что, наверное, здесь нет вот той самой инфраструктуры именно резорта, которую бы, может быть, вы хотели бы получить, но нужно понимать, что это башня, которая стоит в городе. Здесь нет вот той самой атмосферы, как в Jaeza Resort, когда вы выходите, перед вами огромная территория, 53 гектара, и павлины, и там птички поют и так далее. Это уже немножко другой вид отдыха, это город. И здесь, конечно же, ну, каждый уже выбирает, что ему необходимо, да, что нужно, вообще с какими целями вы приехали в Дубай. Может быть, вы приехали именно его смотреть активно, ездить, изучать, наблюдать и так далее. Пожалуй, это такой очень хороший выбор для активного путешественника. Будете находиться в центре всех событий, но в то же время и на море, и в замечательных больших таких апартаментах. У нас, конечно же, есть и бассейн. Вокруг нас такие немножко каменные джунгли. Да, это, еще раз повторюсь, это специфика такого отдыха именно в городе. Есть замечательный у нас сигнал Wi-Fi.
на территории всего абсолютно комплекса. Детские клубы у нас также есть. До 16 лет это клуб для подростков. Если клуб для детей интересует, он находится в соседнем нашем отеле, о котором мы сейчас с вами поговорим. Это отель J Ocean View. То есть, еще раз, клуб для подростков – это у нас отель J Oasis Beach Tower. И клуб для детей до 12 лет, он находится именно в соседнем отеле. Мы, как одна большая семья, приглашаем вас и туда ходить, да, и смотреть, что же такое отель J. По отелю J Oasis Beach Tower также у нас есть маршрутная сеть бесплатных шаттлов, которые ходят по Дубаю. Любые точки, любые остановки, везде можно добраться. Ну и, собственно, я думаю, что это, наверное, такой очень понятный продукт, на самом деле, по апартаментам, да. Давайте перейдем с вами к следующему отелю, потому что у меня еще много информации впереди. Отель J Ocean View. Я думаю, что вы с ним знакомы. Это один из таких очень популярных продаваемых продуктов на нашем рынке. Отель J Ocean View – это 5 звезд. Он также находится в районе JBR, Dubai Marine, 20 минут от аэропорта, и вы попадаете в наш замечательный отель. Это, пожалуй, самая невысокая башня, которая находится в данном районе, но самый очень и очень такой приятный, комфортный. Везде видно издалека наши логотипы JJA. Основная особенность данного отеля состоит в том, что, во-первых, у него прекрасная локация, еще раз повторюсь, да, а во-вторых, все комнаты из нашего отеля, абсолютно все, имеют вид исключительно на море. Никаких других видов, никаких абсолютно выходов, да, их просто нет. Только фронтальный вид на море из любой категории, из стандартной. Стандартная категория у нас до 39 также квадратных метров, включая площадь балкона, а не все Sea-View, и заканчивая, конечно, самыми высокими категориями, это и различные сьюты, в том числе One Bedroom сьют, то есть все они имеют вид исключительно на море. Замечательные виды, замечательные отели, очень хорошо оформленные, в приятном таком стиле. Комнаты Family One Bedroom – это у нас комнаты, которые имеют межкомнатную дверь для тех гостей, кто предпочитает, если уж путешествует большим составом семьи, да, немножечко отделяться. Такое персональное пространство тоже у нас можно получить. Все это у нас есть. Эти комнаты достаточно просторные, 75 квадратных метров примерно по площади. И также есть для гостей клубные номера. Клубные номера, они у нас имеют отдельную клубный лаунж, да, там можно получить закуски и напитки в счастливые часы. Пожалуйста, туда тоже можно обратиться, если вдруг у вас заказаны только завтраки, да, но там вы можете получить также дополнительный какой-то перекус, это кофе, различные там какие-то выпечку какую-то очень вкусную в течение дня, там все это будет доступно. Что касается также инфраструктуры, есть рестораны и бары, есть очень интересные у нас рестораны и гастропабы, и там круглосуточные кафе на территории, пентхаус ультра лаунж, есть потрясающий бар возле бассейна, здесь у нас есть и бургерные, и различные уже какие-то мероприятия возле бассейна, и шиши подается, танцы живота танцуют, то есть всегда какие-то есть возможности для развлечений. Вот на данном слайде вы можете увидеть, каким образом выглядит наш отель. Это его вид с третьего этажа. На третьем этаже находится у нас бассейн тоже. Мы считаем, что он такой, как бы с видом на море, да, потому что, во-первых, он инфинити, тоже подходит к краю непосредственно уже прям к пляжу, да, и возле него вот здесь прям находится лифт, вы можете спуститься в пляжной одежде не через ресепшн, а прямо из бассейна, комфортно сразу попасть на променад, не нужно переходить дорогу, вы сразу же попадаете на променад, на замечательный вот этот JBR, и уже идете к пляжу. Нашим гостям также в зоне бассейна выдаются циновки, выдаются свои собственные зонтики, такие они очень красивенькие, бирюзового цвета, это тоже брендированный буквами J. Выдаются полотенца, вода, сумки. С таким вот полным набором вы выходите на пляж. Очень много гостей я видела там, которые лежат вот просто на циновках и просто вот с зонтиками J. То есть лежаки, как правило, наши гости там не запрашивают. Но опять же, кому понадобится, то это все можно получить непосредственно на пляже в специальных кассах для аренды. У нас есть также замечательный спа-центр.
та самая детская площадка для детского клуба, о которой я вам рассказывала уже на презентации J Oasis Beach Tower. Есть, конечно же, комната для конференций для тех, кто приезжает поработать. Есть замечательный у нас спортзал для тех, кто поддерживает себя в форме. И, конечно же, бесплатные шаттлы по Дубаю, если это необходимо для ваших гостей, да, еще раз повторюсь, мы останавливаемся в различных моллах возле аквапарка, на Бурдж-Халифу отводим, то есть сервис бесплатный, главное просто записаться, да, на какое время вы попадете. Ну, как правило, у нас не бывало такого, чтобы кого-то не взяли или там кому-то не хватило места, всегда всех гостей комфортно развозят.